Не буду. Коль, у меня на работе важное совещание. Я с него специально ушла. Давай, пожалуйста, побыстрее. Я не буду ничего исправлять. Почему? Потому что это не ошибка. Господи, да что ж там такое-то? Так. Моя семья. Мою маму зовут Ксения. Ей 35 лет. Она работает архитектором и делает экологичные дома на заказ. Она все время пропадает на работе, потому что хочет изменить мир к лучшему. На самом деле, моя мама добрый, отзывчивый человек. Я думаю, она очень меня любит. Варвара Андреевна, это ужасно. Я плохая мать. Коль, прости меня. Мама, я тебя очень люблю. Господи. Дим, вообще не в этом. Посмотрите, как написано слово «мама». Большое, а мама с маленькой. Это же неправильное правило. Его нужно изменить.